8 октября, друзья, 8 октября. Мы по-прежнему ходим в шортах. В шортах, штаны даже не одеваем. И через 2 дня у Буни день рождения, не забывайте об этом. Через 2 дня у Ромы Бундукова день рождения. Привет с Израиля. Очередной день провожаю солнце, и сейчас вокруг меня большая компания. Это страна, которая мужички ходят в юбках. Как же она? Шотландия. Как и не было без Б. Аккуратней, за нами смотрит ФСБ. Или по итогу сменить РФ на Д, чтобы отдалиться от выстрелов ТТ. Я из Грузии я летел, был 92, друзья. Так что в Израиле есть возможность еще приобрести форму и похудеть. 86. Занимайтесь спортом, меньше жрите, больше путешествуйте. Маленькая вера, маленький салочек. Дважды однажды не заметит важность. Даже сажей можно нарисовать счастье. Жизнь кастинг горит и тесным. Короче, ладно, на израилевке круто, такие места тут нашел, прикольные. Я вам буду все показывать, хорошо? Тогда погнали.